Ну а если вы задумывались о том, куда пойти в такую прекрасную погоду, целый плюс один на улицах Таллина, то сейчас в Таллине проходит кинофестиваль «Темные ночи». Как мы уже обещали вам ранее, в нашем эфире будет появляться большое количество актеров, режиссеров, которые приезжают из стран ближнего зарубежья, и не только на этот фестиваль. И сегодня в числе одной из первых наших гостей мы приветствуем в нашей студии латвийского кинорежиссера Лайлу Пакалнину. Доброе утро, которая готовится к тому, чтобы представить сегодня миру свою премьеру фильма «Заря». Здравствуйте. Здравствуйте. Лабрит. Терехомикус. Да, спасибо, Терехомикус. Мы знаем, что у вас сегодня насыщенное утро, потому что вы пришли к нам в студию в спортивном костюме не просто так. Вы будете участвовать в определенной акции. Что это за акция? Так, вы сказали, что сегодня день рождения Деда Мороза. Да. Да? Но не только. Сегодня день рождения моей страны, Латвии, День независимости Латвии. И сегодня день рождения моего фильма. А мой фильм называется «Заря». Люди из фестиваля, и не только, все эстонцы, все приглашены сегодня бежать или идти в старую тюрьму. И там через решетку мы будем смотреть, как солнце встает. Ну, а зарю будем смотреть. Старая тюрьма – это батарейная тюрьма, которая располагается в летной гавани в Таллине. Да. Да. А кто стал автором такой идеи? Почему вдруг вы хотите посмотреть на восход солнца через тюремную решетку? По-моему, автора этой идеи нету. Это как-то, знаете, как такое... Спонтанно получилось. Спонтанно от разных людей. Но через решетку, просто название фильма «Заря», поэтому «Рассвет», а через решетку, потому что эта тюрьма, она, ну, вы лучше знаете, она существовала до 2005 года, то есть она существовала уже в советское время, перед тем, а через решетку это, ну, наши страны, наши народы 50 лет даже больше смотрели на зарю, на свет, на свободу через решетку. Вы часто участвуете в перформансах, потому что режиссеры, они все-таки люди творческие, наверное, не только творческие в процессе производства кинематографа, но и вот каких-то таких акций. Нет. Мои акции – это мои фильмы. Давайте вернемся тогда к вашему фильму. «Заря», о чем эта картина? Ну, раз уже такой перформанс сегодня будет проходить, то я так понимаю, что это картина о свободе, о чем еще? Я обычно говорю, и я как-то смущаюсь, когда мне задают такой прямой вопрос, потому что я делаю фильмы для того, чтобы люди их смотрели, чтобы, ну, я о чем этот фильм? Я говорю через этот фильм. А у вас здесь такая хорошая возможность прийти сегодня в 6 часов вечера и посмотреть, о чем этот фильм. Но я расскажу, почему «Заря». Потому что в советское время колхозы именовали и в такие поэтические имя. И мне показалось, что вот мне надо назвать мой фильм «Заря», потому что это очень такое ёмкое имя. Там, а что в этом названии, действительно, приходите и смотрите. У нас сегодня обзор прессы начинается несколько раньше. Вы принесли с собой несколько газет. Я так понимаю, что они называются как они раз «Заря». Это одна и та же газета, это для всех вас. Но называется «Заря», да. О чем вот это вот? Я так понимаю, что это как раз издание о вашем фильме. О фильме, потому что обычно делают такое, его называют пресс-кит или буклет. Но мы решили, поскольку вот фильм происходит в советское время, сделать как бы под советскую газету вот этот пресс-кит. И это...
Ну, там разное, что обычно есть создатели фильма. А вот, вот эта страница, вот, вот, вот мы сделали страницу, вы не увидите ее в телеэкране. Вот, вот тут все-все-все имена в алфавитном порядке. Как колоски, которые, да, такие? Да, которые участвовали. Если плохо видно, то это картинка колосков и очень-очень много имен. Очень много имен. Все, ну, это показывает, какая это работа, сделать такой. На последней фильм. Странице, да, кроме прочего, есть еще кадры из этого фильма. Да, и тут для тех, которые не жили в советское время и вообще не знают, что это такое, мы объясняем несколько терминов. Коллективизация, пионеры. Коллективизация, пионеры, я думаю, что все-таки большинство живущих в нашей стране знакомы. История мальчика. Все-таки поговорим немножко о сюжете mm-hmm. вашего фильма, который пропитан идеями коммунизма, предает своего отца. Это вот такая, может, если очень грубо выражаться, основная линия. Хорошо, она всем знакома по образу Павлика Морозова. Вы в своей работе учитывали какие-то подробности из этой истории и помогала ли она вам в этой работе? Ну, я взяла эту историю как такой архетипический истории, которые все знают, и даже те, которые не знают, они ее слышали. Это как сказки братьев Гриммов даже, ну, все знают. И вот в таком, так это мне помогало, но я ее перенесла в Латвию. Кадры из фильма «Заря» сейчас наши телезрители могут наблюдать на своих экранах. Вы раньше участвовали в фестивале «Пёс», потому что не так давно он вошел в категорию А, стал одним из 15 важнейших кинофестивалей. Но в Прибалтике, да, для наших трех стран, он уже давно является таким очень важным фестивалем. Раньше вы участвовали? Да, да, я даже призы получала. Вот, кстати, о призах и хотел вас спросить. У вас есть призы с международных кинофестивалей в Берлине, в Риме. Для вас не остаться без приза и на нашем кинофестивале, на ПЕФе, это важно или нет? Ну, приз, он же не делает фильм лучше или хуже. Очень важно, ну, фильм. Показать. Показать фильм. Но призы, они как бы помогают зрителю, они показывают дорогу зрителю, то есть поэтому как бы призы важны, но для фильма они не важны. Ну что ж, международная премьера фильма «Заря» сегодня состоится в Таллине. Режиссер этого фильма Лайла Пакалнина была у нас сегодня в студии. Спасибо, что пришли. А что еще произойдет в Эстонии на этой неделе, чем еще будет насыщена культурная жизнь, вы узнаете прямо сейчас со своих телеэкранов.